Некоторые считают, что футбол – дело жизни и смерти. Они ошибаются. Футбол гораздо важнее. А что такое футбол? Нет на земном шаре человека, который не знает, что такое футбол. Не успеет маленький человечек встать на ноги, как уже появляется желание пнуть ногой мячик. И не играет роли, мальчик это или девочка. В таком возрасте все по развитию и желаниям равны. Это только потом, после 4-5 лет, родители начинают разводить интересы детей в разные стороны. Но тяга к мячу остается у большинства молодежи. Ведь футбол, как и любая командная игра, требующая больших затрат энергии, является игрой молодых. Сам, я тебе хочу спросить про футбол. Хочу задать тебе такие вопросы. Первый вопрос. Какая спортивная игра является самой популярной в мире? Как ты думаешь? Про футбол. Самое главное – это одеться правильно. Одеться правильно? Да. И пойти на футбол. И чтобы там на футболе дать специальный мяч. А что одет футболист? Он такой специальный, что не ударит. А как выглядит? Выглядит как футболка. Как футболка? Да. Существует такое понятие в футболе скамейка запасных. Есть запасные футболисты? Нет, нету. Все футболисты играют мяч. А запасных нет? Нет. Хочу тебя спросить, а кто такой защитник? Защитник это папа. Это папа? Угу. А сколько таких защитников играет в футбол? Только папы. Только папы? Угу. А сколько всего пап играет в футбол? Это не скажут. А кто это говорит? Это... Кто там командует? Это учитель. Учитель? Угу. А мяч какого цвета? Мяч белого, черного. А какой формы мячик? Круглый. А зачем круглый? Ну, чтобы он вон катился. А как называется, когда один футболист катит мяч другому? Ну все, пиво, я ушко болит.